Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и мы в очередной раз сегодня попробуем пройти противников топовыми героями, разными героями. То есть есть расты, где нужна Фрейя, есть расты, где Фрейя не особо нужна, где можно просто Ронином затащить. Сейчас вам покажу просто разные варианты. До чего у нас уже дошло. Так, где мой Ронин, блин? Сейчас будем полчаса искать Ронина с девяткой. Так, вот такой вот у нас Ронин будет. Поставим ему выживание. И Феникса. Так, вместо Варжея мы возьмем Дрейка. Непростого Дрейка, вот такого вот у меня есть. Дрейк с пактом. Пишите в комментах, если хотите увидеть обзорчик на такую сборочку. Так, мы тоже ему поставим выживание, чтобы его не просто так слили быстро. Будем проходить мы без дерева. Вот такая вот командора у нас. Девятая жива. Леда Феникс. В принципе, чем хорош Лазуликс, я вам уже показывал. Он тоже с девятой ремкой. Максимальная прокачка. Седна. Мы ее сейчас тоже уберем. Что вместо нее такого интересного поставить? В принципе, давайте поставим Анубиса. Просто ему поставим сразу же восьмую ремку, чтобы слить расты там, где есть юниты. Так. Так, так. Так, то есть у меня живы... Ну, по сути, у меня реса героев нет, поэтому у меня нет права на ошибку, на слив. Поехали. У нас такие сегодня специфические противники. По 500к, конечно... Топов, как обычно, нет, но, в принципе, этих топов нам хватает. Так, тут вот такая вот раста есть интересная. Чем интересная, здесь можно, в принципе, зависнуть на Бугимене. Есть Фрейя, как видите, и, в принципе, ее можно свободно достать. Делаем сейчас Ронином, забежим. Можно просто, по сути, весь бой вот так вот зависнуть на Фрейя. Единственное, что Ронина могут ушатать. У нас не будет кем резнуть. Ну, у нас, в принципе, тут героев хватает. Тут нам Анубис не особо нужен. Вот, смотрите, уже 55% у нас есть. Сейчас пусть, может, Ронина сольют, если получится. Тестанем командору, насколько она полезна будет на добивании. Да, походу тут они и Ронина не сольют. В принципе, Ронин ожог плюс выживание, наверное, самое интересное. Вот отлично, хотя бы убили. Так, смотрим, кидаем командору. Нам без разницы, в принципе, где ее кидать. Нам самое главное, чтобы по ней убили. Так, ну видите, она бьет. А, он слил, блин. Вот смотрите, командора, в принципе, практически добила. Вот вам ожива, для чего вам нужна будет командора. В принципе, как вариант на битву гильдий. Да, там, видите, ушатал наш Ронин Фрейку. Так, окей. Первый есть. Поехали дальше. Поехали дальше. Следующий на стоп без Фрейя. То есть, по сути, его тут можно просто слить. Попробовать Фрейей. Если такая раста. Единственный вопрос, кого же все-таки будет долбить. На первой. Так,
Давайте попробуем. Сейчас поставим файку ради интереса. Берем Анубиса. В принципе, он нам тут даже не нужен. Поставим сейчас фрейм. Так, вот такую вот фрейм поставим. Поставим ее. Давайте тоже плюс выживания попробуем. Если не прокатит, поставим. На нее утекание. То есть там, где Растас Фрей есть, там вы можете Ронином смело бегать. Там, где нету Фрей, можете брать Фрей и трешевать. Так, попробуем где-то так подальше запустить. Тут у нас, в принципе, кроме Афины, вот видите, Афина достает только до нашего этого. Конечно, отхил, ну, в принципе, у нас отхил, вот отлично. Вот вам вся раста топа. У нас осталась только Афина, которую, в принципе, мы можем сейчас тоже слить, если по ней. Вот, все. Ну, все, у нас остался один. Не остался, еще не добили. Ну, сейчас она стычки должна вынести. То есть, такой вот вариант вполне. Нету Фрейя, берете Фрейя, проходите расту там с 12-ми. Не знаю, она сейчас затащит, посмотрим. Ну, в принципе, одно попадание, и огник может слиться. Ну, видите, затащил красавчик. Кидаем командору. У нас тут есть башенки стрелковые. Вот именно башни стрелка, которые бьют по всей карте, нам помогают командорой просто растащить все остальное. Даже если там нас огнекрыл сейчас сольет, у нас остается он, по сути, один удар. Вот и все. То есть, опять же, два такие героя. Командора себя отлично показывается живой. Поехали дальше. Так, что тут у нас есть? Есть командора, стрелок, Фрейя. В общем, куча всего. Как видите, здесь здания стоят более кучно. То есть тут можно смело даже вот так кидать Лита Феникса. Единственное, видите, он у меня не успел зарядиться. А не успел зарядиться, потому что есть стрелок. То есть надо немножко оперативнее это делать. Ну вот все, 56%. У нас одна часть базы уже. Смотрите, что делает командора вражеская. Сейчас мы подлетим, если получится второй раз включиться. Нет, к сожалению, не включился. Если бы он включился, сейчас, в принципе, без проблем мы бы затащили дальше. Так, ну есть фрейка. Стрелка уже ушатали, походу, да. Это обидно. Ну, поехали, попробуем. Вот опять. Видите, стрелковая башня достает. У него еще и забор глюкнутый. Вот. Командора против командоры. Да, урона у нее немножко не хватает, конечно, по всем зданиям. Но этого тоже вполне хватает, чтобы дальше пойти. Ну и кидаем Дрейка нашего. Все, девятый пакт. То же самое. Вся раста пройдена. То есть, по сути, если у вас есть такие герои, на битве гильдии у вас, ну, никаких проблем не должно быть. Да, надо там топовые прокачки, но даже не с топовыми прокачками можно использовать дерево, у вас герои резнутся, и вы это все пройдете налегке. Так, там у нас еще один топ, по-моему, отсюда 371. Так, ну тут у нас, к сожалению, дырочки в расте нету. Давайте тут попробуем просто Дрейка. Я даже тут вижу, тут нету никого. Попробуем, как Дрейк будет здание фигачить. Девятый. Посмотрите, что он делает. Он сейчас просто тупо их разнесет сам. Жесть. Вот вон Дрейк с пактом. Ну, неплохой такой отхил только что был. Единственное, сейчас его могут из-за пакта слить, наверное.
Не слили. Жесть. Ну что, череп снесет или нет? Да, череп, наверное, ушатает. Но 71% Дрейк просто три залпа сделал. Это, конечно, жестко. Так, ну опять же, видите, башни сейчас будут доставать. И вот без проблем Командора будет дальше разносить все. Да, Дрейк, конечно, прикольненько с девятым пактом смотрится. Вот это отлично, башенка. Танет. Вот и все. Потеряли одного Дрейка. Ну, тут, конечно, не было топовых героев, поэтому не было против кого особо воевать. Так. Так. Поехали дальше. Тут у нас еще один топ есть. Что тут у нас есть интересного? Есть Фрейка. У Раста такая себе. Так. Мы попробуем сейчас, посмотрим, на кого загрится Фрейя. Так, Бугимена первого сливаем. Дальше, походу, бабулька будет на вылет. А, и очень близко подошли, ну, в принципе. Смотрите. Один просто герой будет сейчас творить чудеса. Все, включили. Так, теперь нам надо вырубить. Буги вырубили. Ворожая вырубили. Остался опять же один огник и Фрейя вражеская. Конечно, надо было сюда взять Анубиса юнитов посливать. Ладно, давайте трешанем. Попробуем Дрейка. Он, конечно, по юнитам сейчас будет бить. Ну, хотя бы посмотрим. Ну, думаю, здание он сейчас будет выносить. Тоже с одной плюшки должен выносить. Посмотрим. Конечно, плохо, что он забегает к огнику. У нас минус Дрейк опять. Так, ну, у нас куча есть. Вот давайте Леда Феникса здесь кинем. Интересно, Фрейка его сольет или нет. В принципе, может слить, если попадет. Огника даже Фрейя ушатала. Ну все, тут уже, конечно, тоже такой вот вариант, как Фрейю обезвредить. Если у вас Леда Феникс, подбегаете, вытаскиваете, и все, и она уже ничего не сделает, потому что она не будет успевать включиться. Ну, то есть, как видите, у меня еще даже три героя в запасе есть. То есть, вариантов для прохождения битвы гильдий на сегодня очень и очень много. Так, что там у нас? Один слив, второй слив. Кастл Индонезия. Донесако какой-то и Липфлопс Джудекис. Ну, давайте посмотрим. Это 310 топ. 365к топ, которого мы, походу, не проходили, он был бы шестым, тоже слился. Вот как-то так. А, я уже не смогу посмотреть на них. В принципе, как видите, не надо там особо запариваться над битвой гильдий. Качаете определенные таланты, конечно, если вы донат. То есть, ну, можно другие таланты, можно дерево использовать. Битва гильдии уже свое, скажем так, прошла. То есть, тут просто надо зайти и отметиться, поставить галочку, к сожалению. Любая раста у нас проходится. Все, пишите комменты, какие вы хотите героев увидеть на обзор. Героев девяток очень много. Буду постепенно вам записывать. Возможно, кого-то вы хотите увидеть в первую очередь. Всем удачи, всем пока.